Добрый день, меня зовут Игорь Мусухранов, и я солист балета Театра музыкальной комедии. И вот мой вам совет, как провести ближайшие выходные. В Республике ИЗО открываются сразу 4 выставки. По-моему, отличный повод заглянуть в галерею. Лично мне очень интересно посмотреть на яркие абстрактные картины Татьяны Гогулашвили и графику Кристины Домбровской. Мы, работники алтайских театров, всегда следим за творчеством друг друга. Мои коллеги из молодежного театра придумали такой проект, как «Дом актера». Каждый понедельник в антикафе «Три кита» мы собираемся за чашечкой чая, чтобы обсудить спектакли. В этот раз мы поговорим о примере молодежного театра Алтая «Обыкновенное чудо». Я не могу жить без музыки и очень радует, что в Барнаул часто приезжают зарубежные исполнители. В Краевой филармонии выступит американец Кори Харрис, легенда мирового блюза. На этот концерт точно стоит сходить. Ну а наш театр готовится к грандиозной премьере спектакля «Баядера», которая состоится 12 апреля. Вы увидите нового солиста театра «Московская оперета» и дирижера из города Новосибирск. Ну а мы, в свою очередь, репетируем. Хороших выходных, увидимся в театре!